Клифф Аллен. Он помогает пока Харри Реднапу, знает он очень хорошо игроков. Ну а Гарри Мэксон, вы видите, хорошее настроение у этого наставника Болтона. Однако уже на 17-й минуте ему пришлось забыть об улыбке, потому что Роман Павлюченко забивает свой первый мяч в английской премьер-лиге. Давайте посмотрим еще раз на то, как отличается Павлюченко. Дэвид Бентли, который недавно раскритиковал Хуана Рамоса, отдает голевой пас. И мы с вами поздравляем нашего соотечественника с этим мячом.